Цены, конечно, у тебя хорошие, между прочим. Ну, на будущее. На, на перспективу, на рост. На рост, так сказать. Да. Ну, тут самый лучший у тебя 14-й этот полтинник. Идеально. Почти. Ну, она красивая, да. Красивая. Только вот не с этой стороны. Ну. Сурина. 12-й год, 12 тысяч, красиво. 14-й год, 14 тысяч, Сандро. 13-й. О, хорошо. Да. Конкретные цены, конкретные, не забалуешь, так сказать. Золотник хороший. Где? О, у него золотник хороший. А что? А Паша ушел. Да. Что он так летящий забрал? Да уж. Я эти продам. 4 человек взял, еще спасибо. А почем продам? 12 тысяч, как хотел, продам. Жалко, что лицо, конечно, чуть-чуть царапано. Это хорошая монета. Топовый. 15-й год? Да. Зад хороший очень, оборотная сторона. Ну, в целом, на перспективу, короче, монеты.